по-вашему, выиграл матч, Кларки? Сэр. Матч по регби. Полисмены проделали блестящую работу, уничтожив любые улики. Да, они никогда не упустят возможность упустить возможность. Что-то вы долго, Холмс. И вот на третий день. Эти плиты из песчаника, каждая по полтонны весом, были выбиты изнутри. Листрейд, а что с грубом? Мы сейчас в процессе его поднятия. Ясно. Ясно. На какой стадии процесса? Созерцательный? Где наш свидетель? Он там. И, очевидно, он в ступоре, сэр. Он себя плохо чувствует. Да. Если вы не перестанете вести себя как сборище зевак, будете работать без выходных. Спускайтесь вниз и поднимите сюда этот гроб. Сейчас же. Простите, сэр. Добрый день, сэр. Чего? Не бойтесь. Я доктор. У него легкий шок. Придется подождать. Он заявил, что видел, как лорд Блэквуд поднялся из могилы. Но? Что? Вы ведь подтвердили его смерть. У него не было пульса. Боже правый. Это не Блэквуд. Что ж, теперь у нас есть подтверждение очевидного. Время смерти. Трупные черви сейчас. Примерно 2/3 дюйма. Его смерть наступила около 10-12 часов назад. Позвольте мне вашу ручку. Адлеровский гном. Карлик. Я знаю, что говорю. Это был Блэквуд. Я его видел так же четко, как вас. И пока мертвые разгуливают, живые будут заполнять эти гробы. Что ж, ну все, накройте крышкой и уберите. Вы правда думаете, что он воскрес? Вопрос в том, как он это сделал. Охота началась. С отвагой в сердце кидайтесь с криком в бой, крича за нас Господь и Англия и Святой Георг.